Так, сегодня я вообще постаралась. Маме своей покажу. Так, варила макарончики на бульоне. И купила в Евроопте спинки. Первый раз такие видела. Спинки маринованные для гриля. Продавались в таком лотке. Там было всего лишь две спинки таких больших. Я их сварила. Мясо выбрала. Перебрала. А на бульоне вот такие вкуснейшие макарошки. Жирненькие получились. Вообще классные. Тает во рту. Потом я сегодня спекла три пачки творога пошло на запеканочку. Шикарная получилась сегодня. Сочная. Вот кажется, что она как будто тестяная, но она на самом деле нежная, сочная. Рецепт прост. Три пачки творога, три яйца. Три, но я сыплю не три ложки. Там типа рецепт все по три. У меня пошло пять или даже шесть ложек манки. Пять ложек сахара столовых. Соль. И сметанки еще добавила 2 ложки столовых. И мак. Кто что хочет. Мак, изюм. Так. И еще вкуснейший салат с горошка. Вот это мясо от спинок, что я перебрала сюда. Его хотела сначала с колбасой делать, но думаю, с мясом будет даже лучше. Огурчики у меня свои домашние, соленые. Картошка, морковка. И получилось вот такая прелесть сегодня. Сегодня я постаралась, сегодня вообще все вкусненькое. Можно шапку поправить? У меня руки заняты. Опять она за дерево сейчас захочет запутаться. Сейчас скринч, а не, не будет. Я пойду. Мама, смотри, там стройка идет. Давайте. Снежок. Мы все видели. Да, что такое новогоднее прям? Но оно ж колючее, что ты не знала? Иголки. Нет. Елки, иголки. Я уже не поняла. Вот это было дома. Смотрите, какая зеленая. Такая начищенная, такая красивая. Смотрите. Мам, смотрите так. Красивая.